и легкий поцелуй прощальный. Друзья, Диана Анкудинова накануне приняла участие в сборном концерте, посвященном выпускникам школы онкоцентра. Концерт прошел в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Давайте послушаем одну из композиций, которую исполнила в этот день Диана. Скажем, авторская песня. Называется она «Зима без снега». И если кто-то ее не слышал, очень надеюсь, что она вам понравится. Холодный взгляд, такой печальный, и легкий поцелуй прощальный. Этот голос. Пусть продолжается. Этот голос просто обволакивает твою душу, носит куда-то вдаль, друзья, на полную выложилась Диана в этом выступлении. Столько эмоций, столько энергетики со сцены она передала своим слушателям, что просто диву даешься. Сколько же в ней всего интересного и в ее творчестве также. А вы были на канале Горинов Лайв. Ссылка на оригинальный контент, как всегда, ждет вас в описании, друзья. Не забывайте подписываться на канал, это важно. Берегите себя и всем удачи. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It-